Полиция задержала черных лесорубов, спиливших более 40 сосен около села Карповка. У злоумышленников изъяты автомобили и бензопилы. Руководитель Следственного комитета России по Забайкальскому краю Юрий Русанов за 2015 год заработал 3 миллиона 700 тысяч рублей. Почти столько же задекларировал каждый из его заместителей. В день города 29 мая во всех магазинах Читыни будут продавать алкогольные напитки. Читинский школьник был госпитализирован после удара током. 20 мая во время прогулки он схватился за провод, свисающий с опоры электропередачи. Сейчас мальчика готовят к операции. Ежегодный открытый кубок Читы по пляжному волейболу начнется 16 июня. Предварительные заявки нужно предоставить в Комитет по физической культуре и спорту Читы до 15 июня. В Забайкалье действуют 32 пожара общей площадью более 25 тысяч гектаров. На их тушение работают 742 человека, задействовано 90 единиц техники. Вопрос о том, что депутат Вячеслав Ушаков в 90-х был фигурантом уголовного дела, рассмотрят на заседании комиссии по этике Законодательного собрания края. После обращения в ГИБДД читинцу удалось доказать, что он невиновен в ДТП. Жаловаться автолюбителю пришлось из-за того, что инспектор грубил и неверно определил виновника инцидента. 25 мая футбольный клуб «Чита» в заключительном домашнем матче года встретится с командой «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Игра начнется в 19:00. С 10 по 13 июня в селе Красный Чекой пройдет 4-й международный фестиваль культуры старообрядцев «Семейская круговая».